Трагедия случилась в ноябре. Ребенка вместе с мамой на скорой медики привезли из Белого Яра с острой болью в животе. По пути врачи заехали сделать КТ, узнать, есть ли коронавирус. Затем отвезли в инфекционный кабинет, рассказывала мама погибшей девочки. Не пришел ни хирург, у нее не взяли ни анализы, потому что даже из пальца иммунитарного не взяли. У нее упало давление, и до этого времени ни одного, ни реаниматолога, никого не было. А когда вы просидели? 4 часа мы там просидели. Все это время 8-летняя девочка мучилась от боли, а позже умерла. Со слов родственников, в морге им сказали, что причина – перитонит с подозрением на аппендицит. Расследовать гибель взялся следком. И по заключению экспертов – смерть от вирусной инфекции. Будет еще одна экспертиза. Следователи выяснят, виновны ли врачи в случившемся. Нет, он где-то там рядышком, я не знаю, они не объясняют.